Новая элегантность, тема, заданная нынешним осенним Long Fashion Weekend, не только не спугнула поклонников модных выходных, но и, похоже, разодорила. Еще до начала показа у органного зала «Родина» было на что посмотреть. Наряд подбирала очень долго и разделила, можно сказать, дресс-код на два понятия – элегантность и новое. Элегантность, конечно же, утонченность, женственность, поэтому я сегодня в платье. А новое – это же, конечно же, какая-то изюминка, какой-то яркий тренд, но для меня тренд не на поверхности. Поэтому я сегодня в белых туфлях и в меховой накидке, тоже тренд этой осени. Мне было так сложно, потому что вообще, мне кажется, я в обычной жизни совершенно далека от элегантности. Я ориентировалась только на то, чтобы вот я ощущала себя элегантной. Я считаю, что это сейчас очень актуально, быть элегантным. Не знаю, насколько публика, и я в том числе, соответствует этому дресс-коду, потому что нам всем нужно заново учиться быть элегантными. Мы чуть-чуть подрастеряли эту способность, потому что на нас давит бешеный ритм, отсутствие каких-то четких ориентиров жизненных. Я думаю, что прям буквально с сегодняшнего мероприятия все начнет упорядочиваться, и мы все неизбежно станем элегантными. Мне все нравится. Ермакович на рулит. Организаторы показа, то ли из-за ожидаемого перерыва в год, то ли потому что ЛФВ в этот раз юбилейный, не ограничились лишь подиумными дефиле. Порядка 5 коллекций было представлено в формате перформансов. Это не считая выступления камерного хора и живой игры на виолончели. Зал органной и камерной музыки «Родина» открыт для всевозможных разнообразных проектов. И вот сегодняшнее событие, оно еще раз показывает то, что классика – это неувидаемая, это красивая тенденция и классической музыки, и классической моды. И я считаю, что мода должна быть интеллектуальной, интеллигентной и классической. Мне было круто, интересно. Это было очень похоже на Нью-Йоркскую неделю моды, где никто не парится по поводу рассадки, где все сидят друг к другу близко-близко и плотно. Поэтому мне кажется, это было интересно, и людям больше было эмоций от того, что они сидят ближе друг к другу и имеют вот это вот эмоциональное взаимодействие. Впрочем, не все коллекции отвечали теме элегантности. Работы Алексея Небесного с идеей вычурной эклектики не только вызвали самую бурную зрительскую реакцию, но и до показа были определены как самые актуальные. Могу сказать, что эта коллекция, она немного саркастическая. То есть это, по сути, вы заметили, что смешение двух противоположных тем, да, спорт и барокко. То есть 17 век и наша современность, элементы, допустим, какой-то спортивной культуры. Ну, я не знаю, честно говоря, мне не кажется, что вот средний человек вот Челябинска сможет это одеть на себя, правда. Потому что у нас все такое спокойненькое, черненькое, там, серенькое, а здесь немного другое. Хотя при этом элементы этой одежды, они одни и те же, ведь правильно? То есть худи, толстовки, все как бы уже привычное всем. В числе участников ЛФВ дизайнеры из разных городов России. Анна Милоян из Омска представила городской шик с мистическим декором. Ее земляки Булева и Чураков привезли чудаковатый деконструктивизм. Северную столицу представили бренды «Сатин» и «Самарис». А из Москвы приехали «Антарес» и «Эльмира Маркес». Подробнее о коллекциях узнаем в следующих выпусках «Beauty Time».